Добрый день, хочу дать отзыв о Исмагиловой Гульмире Азма Алмазбековне. Вот сегодня у нее был первый раз на приеме в клинике ЗУПРУ на Войковской, между Войковской и Соколом. Короче, до этого был в другой клинике Нормодент. Мне говорит, что у вас там кариес на четвертом верхнем правом зубе. Вот. Но его как раз можно сделать по страховке. Я спрашиваю, там разрушение зуба точно меньше 50%? Он говорит, да, меньше 50% точно вам сделают. Ну, радостно все записываюсь, прихожу. Она говорит, а там я знаю, что там будет, когда я его там пломбу эту сниму. Вот, и говорит, у вас там разрушение 60%. И вообще это там не кариес, а там косметический дефект пломбы. Вот. И, соответственно, ничего делать не стало по страховке. И если бы платное дело, это было 9200. Вот в той клинике Нормодент это 7500 примерно. Вот. Ну, в общем, только по страховке мне сделали панорамный снимок и сделали прицельный снимок этого зуба. Вот до сих пор жду, когда в личном кабинете они появятся, либо пришлют на почту, чтобы как-то ознакомиться с этим. В общем, стандартная ситуация, то есть все, что до 50 типа делают, все, что там им, не дай бог, больше 50%, по их субъективному мнению, они рекомендуют сразу там коронки и все такое прочее. Вот, а вот в той клинике Нормодент, которая была, там мне спокойно там отремонтировали восьмерки. То есть это вот редко сейчас, когда восьмерки лечат кариес. Вот обычно их предпочитают врачи удалять, не связываться. То есть есть такие вот перестраховщицы, которые сидят и что-то там делают, вид, что делают. Вот. Не знаю, может, кому-то что-то там простенькое она и залечила, но как бы мне, по сути, не помогла. Ну, в общем, общая рекомендация. Если вам что-то врач один говорит, то есть это не факт, что так и есть, не факт, что нужно верить, нужно к нескольким врачам сходить, и тогда, если там вот хотя бы уже там три там врача вам одно и то же скажут, да, то у вас больше будет уверенности, что именно так оно и есть. Вот, спасибо большое за внимание, подписывайтесь, ставьте лайки.